Всем доброго дня. Вы на канале интернет-магазина и установочного центра frontcam.ru. На очередной установке автомобиль Honda CR-V 3-го поколения. Магнитолу поставили от компании Letran со следующими характеристиками. Тут стоит 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, 64 встроенный и имеется свой встроенный модем. Магнитола имеет 9-дюймовый дисплей, она встает через переходную рамку. Рамка идет, получается, черного матового цвета, встает сюда по штатным креплениям и без каких-либо зазоров. Касательно подключения к интернету, вы можете с помощью сим-карты, так и с помощью раздачи Wi-Fi. Сам слот под сим-карту, он у нас расположен в бардачке, как и два разъема USB. Здесь два разъема под внешние носители и получается слот под сим-карту. Либо же, как я и говорил, с помощью раздачи Wi-Fi можете также подключиться к интернету. С тем же можем пользоваться такими сервисами, как Google, Яндекс. Есть приложение для просмотра онлайн-телевидения, адаптированная подсветка. При включении и выключении габаритных огней у нас включается боковая подсветка клавиш. Она сейчас стоит динамическая, можно поставить конкретный цвет. Имеется Яндекс.Навигатор для выхода в интернет. Она идет, кстати, с возможностью голосового поиска, то есть можно сказать голос, точнее адрес назвать именно голосом. И, соответственно, она распознает корректно. Она также можно попросить. Включи музыку. Да, тут напросит авторизоваться для того, чтобы Яндекс Музыку именно с вашей учетной записи выгружать. Телефон можете подключить по Bluetooth в данном меню для того, чтобы разговаривать по громкой связи, выгружать телефонную книгу, ну и, соответственно, слушать музыку. Имеется широкополосный эквалайзер. Здесь очень много настроек звука. Можно делать звук более объемным. Здесь получается несколько полос настроек. Приложение Carlink отвечает за подключение между iPhone'ом и магнитолой. Чтобы пользоваться таким приложением, как CarPlay. Это когда некоторые приложения iPhone'а можете дублировать на экран магнитолы. Есть YouTube. И так как магнитола достаточно мощная, мы можем, допустим, включить YouTube. Поделить экран на две части и включить, к примеру, навигатор. Это очень удобно тогда, когда, допустим, там, детям включить мультики, а мы сами можем двигаться, допустим, по своему маршруту. И тем самым у нас в режиме реального времени будет работать два окна. В комплектации у нас есть кнопки на руле, которые целиком полностью поддерживаются. Все работает как положено. На этом все. С вами был интернет-магазин frontcam.ru. До свидания.